Доброе утро, дорогие друзья! Опять сегодня духовный завтрак. И знаете, хотелось бы сегодня не вдаваться в какие-то богословские, теологические разборы слова, а просто отвлечься от всего и поразмышлять, и подумать, и поговорить вот о чем. Мое послание будет называться «Бог в мелочах». Знаете, друзья, вот здесь у меня на елочке есть снежинка. Их много снежинок тут. Вот. К сожалению, мы живем на юге, у нас нет снега. Вот. Но я всегда вспоминаю снежинки и снег. И вы знаете, что не существует вообще в природе, у Бога не существует ни одной одинаковой снежинки. Вот все снежинки... Это вот молекулы воды, атомы, которые образуют некую такую кристаллическую решетку. И поверьте, одинаковые или похожие, может быть, одинаковые точно нету. Смотрите, как все Бог чудно сотворил, что ни одной снежинки одинаковой вообще даже нету. В этом красота Божья. В этом красота Божья. И Господь говорит нам, чтобы мы рассматривали творение Его и радовались, потому что Он это сотворил все для нас, чтобы мы отвлекались от суеты, отвлекались от каких-то своих забот, переживаний, проблем, ситуаций и просто наслаждались и созерцали красоту Божью. Об этом написано в послании к римлянам. Но я также хочу зачитать Псалом 91 с 5-6 стих. Здесь написано: «Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих, как велики дела Твои, Господи, дивны, глубоки помышления Твои». Аминь. Смотрите, как здорово, что псалмопевец говорит, что он возвеселил, Бог его возвеселил, он испытывает радость. От чего? От того, что он восхищается Божьим творением. Божьим творением. И он говорит: как велики дела Твои, Господи. Действительно, как велики дела Божьи. Если нету ни одной снежинки даже похожей, одинаковой, нету ничего вообще такого, что Бог сотворил, а все это Он сотворил для нас, для человека, чтобы мы наслаждались Его красотой. И если Он так все дивно и чудно сотворил, то коль ми паче мы, дорогие друзья, с вами венец Его творения, венец Его совершенства, коль мы паче мы, как Он нас сильно любит и заботится о нас. Я благословляю вас. Отвлекайтесь, пожалуйста, от своих дел. Рассматривайте, смотрите на снег, смотрите на снежинки, смотрите на природу. Во всем рассматривайте Бога. И утешайтесь, и радуйтесь. Чтобы просите Духа Святого, чтобы Он вас веселил. Я благословляю вас, дорогие друзья. Всем хорошего дня. Пусть Бог вас возвеселит. Аминь.